Друзья, всем привет! В окопе на связи, и это очередной разбор гонок в командном событии. Ну что, друзья, поехали, давайте разбирать этапы. Первый этап на байке. Ловим идеальный старт, зажимаем тормоз и резко жмем ускорение. Обратите внимание на педали. Я специально замедлил видео, чтобы вам было более понятно.
разгон с помощью ускорителя дыма. Дальше доехать не представляется возможным. По-моему, это максимум. Итак, можно отказаться от крыльев и взять с собой монетный. Немного отличается прохождение в одном моменте. Сейчас я вам покажу. Поэтому кому как удобнее, либо с крыльями, либо с монетным. Но лично для меня удобнее было с крыльями. Но покажу вам вариант вот и с монеткой. Тут тоже чуть сдаем назад. И набрать максимальный разгон ровно, все, и затем мы перелетим этот бугор, цепляем колесом монетку, получаем дополнительное ускорение и отлично летим к финишу. На этом все, друзья. Благодарю всех за внимание, за уделенное время и за ваш просмотр. Надеюсь, мои подсказки вам хоть как-то помогут и ваши результаты значительно улучшатся. В следующем видео я попробую сделать результат с более низкими деталями. И посмотрим, что из этого выйдет. До новых встреч, друзья. Всем пока. Всего хорошего!